Здравствуйте, сегодня мы сделаем СВП с набивными мячами. Сейчас в положении синя мы будем набрасывать прямые удары с максимальной частотой. В зависимости от указаний тренера мы сначала делаем упражнение на одну руку, потом на другую. Также из положения сидя мы выполняем и боковые, и апперкоты. Теперь тот же самый комплекс мы выполняем из положения стоя на коленях. Упражнение выполняется с максимальной частотой. Сейчас тот же комплекс мы выполняем стоя на ногах и подхватываем любой выброс с ударом комбинацией по воздуху. Упражнение должно развивать скорость одиночного движения, поэтому выбрасывания должны выполняться максимально мощно. Теперь мы выбрасываем мяч ногами вперед и делаем комбинацию руками по воздуху. А теперь мы сделаем комплексное упражнение на взрыв всех ударных групп мышц. Эти упражнения можно включать в тренировку по специальной физической подготовке. Упражнения рассчитаны на развитие взрывной силы. Упражнения выполняются от 30 секунд до 3 минут, в зависимости от указаний тренера. Я не нервничаю, Игорь Васильевич. Вот вы сказали, я начал нервничать. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте лайки и комментарии. Сегодня мы рассмотрим комплекс специальных физических упражнений на покрышке. Комплекс начинается с боя с тенью. Боксер двигается вокруг покрышки, делает защитные действия и атакует. По команде смена боксер попеременно закидывает стопы на покрышку.